Ребятки, всем снова привет. Очередная посылочка в желтой упаковочке из Китая. Открываем, узнаем. О, силиконовые чехольчики. А это мы ждали. Значит так, смотрим. Немного маленький такой. Ну, смотрите, с заглушками. Да, с заглушечками. Потом здесь есть регуляторы. Я не знаю, где там их расположение кнопок, но, по-моему, если я не ошибаюсь, вот тут находятся кнопки выше, звуки меньше. Так, здесь тоже кнопочка есть. Так, значит, этот чехольчик довольно-таки неплохой. Синенький чехольчик. То же самое из себя представляет. Силикон такой мягенький. Как вы видите, то же самое здесь. Так, а тут сзади матовый такой. Ну, красивенько, в общем. Так, желтенький. Тоже эта штучка держится, она не отлетевшая. Тоже он силиконовый, сзади матовый. И сверху кнопочка. Так, в общем, хорошие чехольчики пришли. Я доволен. Не знаю, насколько они подходят к айфону, потому что у меня айфона нет. Так, значит, друзья, подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Комментируйте, вступайте в нашу группу ВКонтакте. Можете заказывать себе посылочки и попадете в наш видеообзор. Будете, так сказать, в интернете. Все, всем спасибо, ждите посылочек новых. Пока!